В результате цунами в Индонезии, по последним данным, сотни человек пропали без вести и уже 40 найдены погибшими. Среди пропавших без вести – туристы из Австралии, Японии и Индонезии. Накануне в западной части индонезийского архипелага произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 7,7 балла по шкале Рихтера. Оно спровоцировало образование трехметровой волны, которая обрушилась на западное побережье индонезийского острова Суматра. В прибрежных поселениях разрушены сотни домов. Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца, в котором происходит 90% всех землетрясений на планете.